Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Богданов Олег. Я представляю группу компании «Ковчег». В сегодняшнем нашем обзоре мы вам расскажем про печь-камин конвекционного типа «Клеменс» от компании «Файервей». В первую очередь хотелось бы отметить, что при изготовлении данного отопительного прибора используются три материала. Это декоративная керамика, которая украшает печь снаружи. Это стальной каркас, который мы сейчас с вами не видим. Ну и, конечно же, множество деталей из высококачественного чугуна. Это патрубок с верхней панелью. Также обе дверцы, ножки и, конечно же, футировка топочной камеры. Как же у нас здесь реализована функция конвекции? Снизу воздух поступает, поднимаясь наверх, он нагревается. Через боковую перфорацию и отверстие верхней панели выходит, тем самым нагревая помещение. Подключение к дымоходу верхнее диаметром 120. Глубина камина 490 мм, ширина 480 мм, высота печки 860 мм. Вес ее 110 кг. Мощность печи Клеменс 8 кВт. А это значит, что она сможет отопить порядка 160 кубических метров. В печи Клеменс предусмотрена тройная система регулировки воздушными потоками. Контроль основного воздуха на горение осуществляется при помощи кругового чугунного регулятора на дверце зольного отсека. Вторичная подача воздуха реализуется при помощи регуляторов под дверцей. Ну а чтобы заработала система «Чистое стекло», мы должны воспользоваться рычагами над топочной камерой. У печи Клеменс, как и у большинства отопителей от компании Fairway, присутствует принудительный сброс солы. Осуществляется при помощи вот этого рычага. Забыл вам сказать о том, что конвекционная функция реализуется также при помощи достаточно объемного воздушного кожуха, установленного на тыльной стороне. Таким образом, получается, что печь Клеменс не просто имеет функцию конвекции, а является мощным конвекционным отопительным прибором. Узнать больше информации вы можете на сайте gk-ковчег.ru. Спасибо, что были с нами. До скорых встреч!